Итак, президентские выборы в России завершены. Итоги такие. Рекордная с 1991 года явка и первое место у Владимира Путина с 87,3% голосов. Затем идут Харитонов, Дованков и Слуцкий. Конечно, результат Путина ужасает, но не в том смысле, что он показывает всенародную поддержку, а в том, насколько он сильно сфальсифицирован. Вот такими были предвыборные опросы. На них Дованков набирал не 3%, а около 10-15%, а Путин не 87%, а 60%, ну максимум 70%. А теперь давайте посмотрим на результаты в центре Москвы. На некоторых участках Путин едва ли перевалил за 50%. А про голосование за рубежом я вообще молчу. Многотысячные очереди у российских посольств во вчерашний полдень и разгромная победа Дованкова на подавляющем большинстве участков. Вот такой он реальный итог этих выборов. Самых нечестных в истории современной России. Ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео.